ロスタイル、ヒロスタイル、ヒロスタイル。うわ人すげえぜこれ。さあ、今日間に合ってございますが、いい返事です。ご一緒にどうぞ、スタジオに足湯。何が始まるんだね。潜入してくれ。はい。あ、ヒロさんおはようございます。ようやく見つけたよ。アピールして、アピール。無理やりや。メニューある違うし。何人だい？全員美人に、トリフターインのエタバカ。結構暑いんです。はい。Hero style.
精一杯じゃないんで、まあ綺麗に見えますけどね。本番になるとスイッチが入って、もっとすごい近い追走になるんじゃないかなと思います。
イラオさんじゃないですか。どうですか、どうですか。人はめちゃ多いですね。トヨさんがいる。はい、どうですか。はいはいはい。取っといてください。任されちゃった。Аплодисменты провожают пилотов, ряд из них уже покидают автобус. Давайте пошумим, поаплодируем, людям будет приятно. Мы всей нашей командой выражаем уважение и глубокую признательность нашим пилотам за то, что вот в этом самом традиционном графике соревновательном они выделили время пришли сюда, улыбнулись им, поговорили с вами, пошутили, дали автографы, сфотографировались. Это действительно круто. Это только лишь мотивирует и настраивает. Ловите эту эмоцию и передавайте им с трибун. Это очень приятно и очень важно. Остался лишь один из всех часов. Предлагаю ему поаплодировать. Это ли не есть повод для того, чтобы человеку дать просто-напросто топливо к тому, чтобы он еще задержался, потому что он единственный пока остался из всех шестерых. Друзья, а есть ли истинные болельщики Аркадия? Есть те, кто реально знает его? Давайте нормально пошумим за Аркашу. Ведь это действительно очень и очень знаковые моменты, потому что они вместе с гостью будут представлять Россию на международных соревнованиях по виду Японии в этом году. Поэтому это очень важно. Все, что вы знаете, можно еще и, так сказать, не только прочитать и увидеть, можно подойти к человеку близко, прикоснуться к нему, увидеть своего пилота, подарить такую возможность. А что ты, все руку дали, то, что ты касаешься, да, ты не знаешь. Спешите сделать селфи, взять автограф у своего любимого пилота. Тойо Таис, Дрим Тим, раздавала сегодня в полном составе автограф и делала с собой позитивные селфи. Так что у нас есть еще один человек, который с удовольствием остался. Это Аркадий Цареградзе. Человек, который показывает превосходные результаты. И если тебе знакомо это имя, я думаю, здесь такие только люди находятся. Смело подходи сюда под синий белый шатер Тойо Таис. И успей с ним сфотографироваться, взять автограф, а потом выложить в Инстаграм эту замечательную фотографию с хэштегом Тойо Приврин 2017. Открыть свой Инстаграм, если он закрыт. Потому как, если все это будет соблюдено, то Инстапринтер автоматически отпечатает эту фотографию, и это будет у тебя уже в коллекции. Не только в твоем электронном варианте в соцсети, но и на холодильниках. Радовать тебя каждое утро. Потому что утро с легендами, утро со звездами дрифта, это ли не есть нормальное ускорение для того, чтобы замотивировать себя, друзья. Я на полу сидел, да?
Независимо от всего, друзья, до открытия, до церемонии официальной сегодняшнего дня остается 25 минут, поэтому все болельщики нашей дрифт-команды Тойо Тайо должны вооружены быть до зубов. Все очень просто, поролоновую лапу. Вот аплодисменты, Аркадий Цареградцев. Практически уже на финальном рубеже готов отправиться для того, чтобы готовиться к заездам. Пока еще есть какая-то возможность. Вот он уделяет внимание тем людям, кто хочет фотографироваться с ним в нашей фотобудке, которая также работает. Если вдруг у вас нет инстаграма, то можно это сделать вот таким вот образом. Но каждый из тех, кто отправится на трибуну, должен быть вооружен тем, что получит эту замечательную поролоновую лапу. Подходите к нашим девчонкам, они объяснят, что надо сделать. Я лишь просто-напросто скажу это очень громко, чтобы слышали все. Если кто не услышит, спросите у них лично. Надо просто подписаться на наш официальный аккаунт Тойо Тайо с Раша и быть с нами 24/7. Очень просто. Подписались, подошли, показали и получили эту замечательную лапу. Я хочу сейчас обратиться ко всем тем людям, кто из них есть счастливчики, но есть из них все люди, кого я прошу сейчас не огорчаться. Господа, дело в том, что Аркадию необходимо отправляться уже готовиться к тому, что сегодня его ожидает. Я предлагаю аплодисментами этого человека проводить. К сожалению, нам надо отправлять пилота на базу для того, чтобы он готовился. Аплодисментами провожаем Аркадия Цареградцева. Самый последний сегодня из всех шестерых человек покинул нашу замечательную сине-белую палатку Тойо Тайо. Весь наш дрифт-тим сегодня порадовал вас. Ну что ж, господа, не забываем вооружаться нашими поролоновыми лапами. Подходим к нашей стойке. Наши девчонки объяснят все очень быстро и просто, что необходимо сделать, чтобы она была у вас на руках. А таким образом мы с вами должны быть самые нарядные и красивые на трибунах, чтобы все видели болельщиков, которые болеют за Тойо Тайо дрифт-тим и любят наших пилотов и действительно знают не понаслышке о их заслугах. Почему вы предпочитаете получить товары из интернета через экспресс-доставку? Потому что у компании «Экспресс» пункты выдачи во всех городах России и всегда приступили. А это как? А это удобно. «Экспресс-доставка», да? Это удобно. Блять, а ты подъемный шоу.
Вот, господа, обратите внимание на молодого человека с полотенцем на шее. Макс, покажи, пожалуйста, всем его в расправленном виде. Да, вот оно, брендированное полотенце, которое сегодня поступает в коллекцию за креативное фото. Вот оно, упакованное, вот оно ждет своего обладателя. Вот у Макса уже такое есть, как, так как он участник нашей команды. Объясню, как его заработать. Все очень просто. Вы в течение сегодняшнего дня, вот помимо того, что уже сфотографировались с нашими пилотами, просто делаете креативные фотографии, да, важен креатив, то есть эта фотография должна нести в себе какую-то необычность. Фотографируйте, выкладывайте ее в Инстаграм свой, чтобы он был открытым, потому что для этого важна именно чувствительность нашего инстапринтера к закрытым аккаунтам, все-таки не пробивает, поэтому аккаунт должен быть открыт. Выкладывайте туда под хэштегом DoyoPrimrin2017, она, во-первых, будет напечатана, ну а если она будет креативна, мы свяжемся с вами через директ и вручим вам это полотенце лично в руки. Так что дерзайте, друзья мои, делайте крутые креативные фотографии, и полотенце станет лично вашим. Поэтому очень все. И приятно каждое утро будет вытираться, вытирать свое лицо и начинать день вот с такого вот чемпионского полотенца нашей команды. Thank you.
Oh, your tires? Oh, hi.
何が始まるんだろうね。潜入してくる。何が始まるんだろうね。なんか、あ、これ見たことある軍団がいる。見たことある人だ。ちょっと趣味に作れた。ありがとうございます。ああ。はい。はい。あ、イノさんおはようございます。ようやく見つけたよ。アピールして、アピール。もう撮るからね。Снова здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на Прим Ринге! Мотоморское кольцо! Открытый сейчас для всех любителей дрифта, именно этого автоспорта, который является главным событием года. Не только для Владивостока и Приморского края, но и для всей страны, для стран ближнего зарубежья. Потому что сейчас все внимание привлечено именно к этому месту, именно к нашей трассе. Уже совсем скоро нас ожидает парные заезды финального соревновательного дня. И через несколько минут начнется парад открытия, поэтому мы приглашаем всех тех, кто оказался уже на Прим-ринге, занимать места на трибунах, потому что ровно в 12 будет дан старт сегодняшнему параду, в котором принимает участие 24 пилота. 9 из них — это пилоты, прибывшие из Японии, Китая, Таиланда, и еще 15 пилотов представляют Россию. Сегодня будет очень горячая битва здесь на Прим-ринге. Мы готовы приступить уже к официальному открытию нашего мероприятия, после чего сразу же будет дан старт парным заездом ТОП-24. Сегодня много интересного будет происходить. И, кстати, вы также можете повлиять на судьбу одного из пилотов, который благодаря вашей поддержке, голосованию сможет оказаться в финальном раунде сегодняшних заездов ТОП-4. Но об этом более детально и подробно мы расскажем уже на протяжении нашего соревновательного дня, потому как сразу же после ТОП-8 будет объявлено голосование. Очень интересным способом мы определим того любимчика, кого вы хотите увидеть в ТОП-4. Именно того пилота, кто более всего вам симпатичен. Поэтому от вас также зависит сегодня судьба одного из пилотов. Ну а сейчас все меньше и меньше времени остается до начала официальной части нашего сегодняшнего соревновательного дня. Поэтому, дамы и господа, приглашаем на трибуны. И через несколько минут главное действие этого года начнется на нашей трассе. Смотри, секунду. Thank you.向こう行って、次仕事ですね。もうあれじゃん、セレモニーじゃないですか。あ、お客さんが戻る頃ですね。ようやく10時だ。はいはい、オッケーオッケよし、ちょっと本当に食い物買いに行く？11時54分、あと1時間で。どうしようね、このタイミング。OK。この辺は相撲取りのディーラーだね、多分ね。ここやっぱ相撲取り。何回使ってもらったアイコス。アイコス。どうしたにもあんだね。
Дорогие друзья, остается всего лишь пара минут до официального открытия сегодняшнего соревновательного дня. Мы приглашаем опять же всех любимых. You must try. Азия Пасифик Юан Премьер 2017. So, you must win today. First place again. いいヌメロ下がったらもらえる。日本人ですか？日本人です。違うんですか？日本語しかできません。何ですかこれは？一チブです。これは一チブです。これはラッキョウです。ラッキョウ。これはコンフィユーズです。へぇ、これは日本産ですか？鳥取県からの。鳥取県。へぇ、すごい。お茶は？お茶？コーヒー。コーヒーなの？ただのコーヒー。あー、なるほどね。口直しね。これももらっちゃっていいですか？くれるんですか？これは有料です。有料なんだ。そうです、96です。これ96。へえ、すごい美味しいね。はい、皆さん今届きました。なんか出番らしいよ。